небольшой такой видеообзор обогревателя Electrolux. Который идет как бы конвектор. Вот. Покупался в магазине 21 век. Он покупался как бы для дачи обогрева. Вот. Обогреватель сейчас вот первый раз вот включили. Вроде так ничего, греется потихоньку. Работает уже как бы минут 10-15. Вот. Было, короче, сразу как бы 0 градусов в помещении. Вот сейчас вот как бы вот видите, немножко поднялось. Вот. Обогревается, думаю, на постоянной основе этим обогревателем. Взял один на пробу. Думаю, еще как бы 2 штуки взять. Выглядит вот так вот на ножках. Можно как бы на стену повесить, есть кронштейн. Ну и такой система управления как бы получается. Вот. Обогреватель хороший, недорогой. Вот. Тем более приятные цены в магазине 21век.бай. Вот. Там как бы намного дешевле стоит, чем конкурентов. Вот. Греет хорошо, здесь есть очень много всяких функций защиты. То есть защита от мороза, защита от выключения, то есть если электричество пропало, потом далее автоматически как бы включается. Вот. И то есть защита тут, ну то есть здесь очень как бы много разных таких функций. Вот. Чувствуется сразу, как вот тепло идет. Можно регулировать как бы 1 либо 2 киловатта обогрева. Минимально 5 градусов, максимально 35 градусов можно установить температуру. Если получается установить 35 градусов, то он, к примеру, догревается до 35. Вот. И все. И потом, как, грубо говоря, как холодильник будет держать данную температуру. Вот. То есть какое-то время работать, какое-то время будет отключено. То есть постоянно работать он не будет. Есть защита от детей. Вот. Ну, то есть, в общем, есть включение, отключение по таймеру. Вот вы, к примеру, собрались там, на дачу, там, к примеру, в гараж. Какого-то числа, какое-то там определенное время. Настроили, он включится. Ну, то есть покупки советую. Хороший обогреватель. Такой кратенький обзор был. Вот. Покупался, еще раз говорю, в магазине 21век.бай. В интернет-магазине. Кстати, доставка очень быстрая. Буквально за день. Советую покупки. Всего доброго. Пока.